Армянская оппозиция намерена добиваться импичмента премьер-министра страны Николы Пашиняна в случае отмены военного положения, заявила депутат от оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Шакей Саян на внеочередном заседании парламента, где обсуждался вопрос отмены введенного 27 сентября особого режима. «Наша цель открыта и прозрачна. Объявленное чисто декларативно военное положение должно быть отменено, после чего мы все должны объявить импичмент человеку, занимающему кресло премьер-министра», передает ее слова РИА Новости. И Саян добавила, что сохранение режима военного положения в стране – жалкая попытка сдержать те процессы, которые объективно должны были возникнуть после подписания документа о капитуляции, когда проигравший руководитель отказывается уходить и дать стране новый шанс на обеспечение безопасности, возвращение пленных. «Сегодня, без преувеличения, мы или отстраним Николу Пашиняна, или потеряем Армению», заявил парламентарий.